Здравствуйте! Представляю вашему вниманию водонагреватель российского производства серии Нева, модель 4510М. Водонагреватель изготавливается компанией «Балтгаз» на заводе в городе Армавире. Водонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой квартир и загородных домов. Его пропускная способность, то есть количество воды, которое он способен нагреть на 25 градусов Цельсия, составляет 10 литров в минуту. Этого достаточно для обеспечения горячей водой одной точки водоразбора зимой, например, душа, когда температура составляет примерно 2-3 градуса, а летом такой аппарат способен обеспечить две точки водоразбора, например, душ и кранов. В комплект поставки входит сам водонагреватель, крепежные элементы и паспорт изделия с печатью завода изготовителя. Данная колонка – это обновленная модель водонагревателя 4510 с современным дизайном и компактными размерами. Облицовка покрыта белоснежной глянцевой эмалью и будет лаконично смотреться на вашей кухне. Водонагреватель не имеет торцевых стенок, что позволяет получить удобный доступ к соединительным патрубкам и облегчить сервисное обслуживание специалистам. За управление колонкой отвечают две пластиковые ручки. Левая регулирует количество газа, подаваемого на горелку, правая изменяет количество воды, проходящей через водонагреватель. Значение температуры воды отображается на цифровом дисплее аппарата. Преимуществом данной модели является электронный автоматический розжиг, то есть колонка включается при открытии крана с горячей водой. Электронный розжиг работает на двух батареях типа LR20. Ширина водонагревателя 29 см, высота 56, глубина 22 сантиметра, то есть водонагреватель впишется в любую малогабаритную кухню. Разобрать колонку тоже довольно-таки просто. Облицовка крепится винтами в нижней части и легко снимается с помощью обычной крестовой отвертки. В колонке использован экологически чистый, надежный медный теплообменник, емкость, где происходит нагрев воды, без вредной примеси свинца, в отличие от большинства китайских аналогов. Многоуровневая система безопасности отключает аппарат на любом этапе возникновения неисправности и гарантирует его безопасную работу. При незапланированном затухании пламени система автоматически прекращает подачу газа. Данный аппарат также способен работать при низком давлении воды, что весьма важно для квартир, находящихся на последних этажах. И если у вас нет подключения к магистральному газу на даче или в кафе, в колонке предусмотрена возможность перевода горелки на сжиженный газ баллона. Водонагреватель имеет высокий коэффициент полезного действия 85% и гарантию от завода-производителя на 2 года. Подводя итоги, газовый проточный водонагреватель Нева 4510М – это современный недорогой аппарат российского производства, который подойдет для любого места установки, где не требуется повышенного расхода воды. Наличие полной системы безопасности, простота управления и эксплуатации делают использование колонки комфортным и безопасным. Обращаю ваше внимание на то, что если вы хотите, чтобы водонагреватель прослужил вам долго, требуется ежегодное сервисное обслуживание, ну и, конечно, не производить никаких работ самостоятельно, кроме замены батареек. Телефон нашей службы технической поддержки 8 800 555 4035. Подписывайтесь на нас, задавайте ваши вопросы в комментариях к видео. Удачи вам! Пока!